Чем? Сосунг, хочу тебя поздравить так с поступлением. Ну, главную боль, бля. Я вчера себя так винил, а потом мне как-то пофиг стал. На кого ты поступил? Рукоблуда. Программная инженерия. Будет новый у вас этот админ на сервис свой. Ну, через 2 года, возможно. Интересно, там был экзамен вступительный, да? Там, короче, экзамен. Наверное, назовите язык для программирования, вы прошли, да? Да, и воспользуйтесь им, да. Вообще, X-Free... Воспользуйтесь языком? Я тебя тоже поздравляю, X-Free где-то. Тебе надо что-то с ссылка? Это, Андрей. Я скажу от себя, мне ничего не надо. Их надо посовить, я пособлю. Их надо уступить, я зайти, я похилю. И деньги не прохилю. Я могу посидеть на замене. Писал ловушки, да? У нас тогда Эршама не будет. А, я за ловушку. Ты можешь похитить Эршама. По прямой нету ловушки. Если прям пойдет, прямо нет. Говна, пиздец просто, блядь. Если по прямой пойдете, ловушек прямо нет. Откуда они, блядь, взяли тогда? X-Free, у тебя нет ЕП. Какой шмот. Вообще-то, погоди, блядь, давай по-другому спрошу. X-Free и Румейн, с каким боссом надо это лут, блядь? Ты смотря, что вам надо, блядь. Ну, X-Free, то надо. Во втором рейде это все спокойно за эти залутаем. Смотря, босс нужна. Да он волю не заберешь, 1000 ЕП, это 100%. Валька, шея, запомнил. X-Freak, чё тебе надо? Кто? Тухлый, наверное, да? Да. Фильный. Во второй рейд у вас будет возможность прийти, там, не знаю, в субботу где-то будет, наверное. Не, ну просто это овер дохуя ДК в рейде. Ну если у нас 2 танка ДК будет, то в принципе. Я могу. Я вторым рейдом хожу там. Легалайза можно заменить. Ты меня не увидишь больше за неделю нихера. Слава богу. Вагон. Ладно, короче, румейда за сумоним нету, блядь, на вальку походу. Я. А не, тут купит место. Значит, сюда, этого сюда. Не скрипи меня, я ничего не написал. Тебя меня. Ты видел щечки? Апокала. Ой, апокала это. Из дикея. Да он их втянул, бля, я не знаю как что. Как пылесос. Ощущение, как будто мы сзади поставили вакуум, и через поп пыл втягивал. Короче, она там босса в танка, да? Ну и чё? У нас есть фулмет и есть сенджикс. Сенджик. Сейчас я подойду. А получается милик, зашли. Я если что на сенджиксе, могу зайти только на Сидрулича. Ну то есть остальные боссы могу зайти. А на второй рейд не смогу прийти, а мне нужны только 2 эти босса. Там 2 шмотки. Да я не хочу тебя даже трогать, не хочу. Но... Я понял, я просто на всякий случай говорю, что если там... Ты снял ловушки? Тут посмотри. Ну, если стоит, то да. Ладно. По-видимому, нет. Короче, что-то типа такого, короче, пойдем, блядь. Потом мы Элоксара заменим на Ракату. А сейчас стрелька тоже прийти будет, ему нужно будет... Сразу, короче, пока не дошли, епешьте. Надо кому, блядь.
Слава у нас. Я тут шарик пил. Забей. Там же 10. Раз, два, три. Бля, боевский, отказываемся по стандарту. Андрей, я за ниндзя твою мандам. Нам нужен миликрит. Ты же в мишке, надеюсь? Не нужен тебе миликрит. Надо. Зипер, там. Быстро пока, короче, ставлю руку. 1к, ему обоих вижу. 2. Войд. 5 900. Всё. 9к. 9к. 9 500. 11к. Бля, вчера не подешевле. 2 штуки упали, кстати. Андрюха, я в танках спекаемся. 2, 3, спек, 11.1. Дальше будет. 11.404, не пугайся. Ой, что-то на пол ебашь. Я понял. Раз. Два. Три. Так вот они ебашат. Что-то не хочешь с ними. Они плащут, они же заповедь пашут. Ну, не знаю, запы и пошли. Вот за пол забрал. Он, спекнулся в танка? Да я уже в танке, не надо, блять. Еще 15 ходи, бану, чтобы там не искать тебя там. Там тебе 0 глухой будет. Все, плащ потом по ЕПшным, да, после босса. Ну, похавали, все бафы дали. МТ что-то у нас танжит. Посмотрите, на РНЖ стоит у нас 2 ханта. Вообще 3 ханта стойте на РНЖ, вы не стоите. Их шипы максимально быстро сливайте. Соответственно, первый МТ его даст танжит, второй Апокал, а третий Тацон идет. По хрям, все. Ты о чем? Что, я пропустил? Фласки дексил, не админ. А, массейв. Да, массейв. Да, это все. Все остальные под боссом в пушке стоят, и на РНЖ такой хамте по сторонам, и все разливают лужу. Я дон гейбан с астом выпущу. КП. Лужок не стоит, лишний урон не лутает. Секунду, Виктор. Что шарик как дамажит, лужок не стоят, дамажите, блядь. А да, Сэнд тут первый массив. Кто не шарит, тот бы там лагает, стойте, блядь, я ФК, ищите себе место. И машет по луже дерева, блядь, смотри, вообще поебать он. Дай мне лутера сразу, чтобы ты не отвлекал по 300 раз. Ну, сейчас поставим босса. И... Подъебало сразу выходить, чтобы вас не прием не уебало. Анты по сторонам, лути на меня. Он на поезд вялит еще. На ханте шип 2 штуки, на хантах сбили РДД быстро максимально. Тычнулись. На хантах шипы, алё, блядь. Лужи сдвинулись быстрее. Кто там лужи, блядь, был там. Бон
the storm cast. А пока last save, да. Ты дал, да? Лужу упали, типа нахуй, что вы упали, да? Там лужу разливать резко начал и купались. Блинскрин нахуй, поехали. Тут на танке. По 400. Bone Storm cast. Забивайте босс-спорт. Когда на вас шип, убирайте таргет босс. Вас хилить нельзя. Блять, еще сэндвича проебали. Блять, ханта пытался прохилить. Сразу вот это не пашется. Это рес-плащ. Мне зачем скинули? Приказ отсюда. Кого? ДС-ку тебе случайно скинул? Не-не-не, жезл. А ну дай его фоном. Кидай тебе на сюда. Не спрашивайте, пока меточка ДК вправо. Андрюхи, а дальше все его просто. Окей, окей. Ты еще он, блядь, один убивал. Ты... Вы видели меня в ретрике? Последний КД-10. Песка засунул. Раз, два, три. Тот же был. Блядь, два ярды были, ладно, попнуть. Ребят. А когда ебашься по меткам, там же придет, заберет этот милит прав. Саш, КД-10, мы тебя просто не видели пока что сейчас. Ну я на целка только хожу. Сейчас в основном. Короче, пока его нет, ночи, нахуй, никто его взял. Так же, где он пропал, бля? Да я бегу, сейчас уже подхожу. Я в ДБ уже все, блядь. Я предлагаю квест выполнить в самом конце. На кого квест? На великана. Вообще, что, блядь, не брал никто квест? Не знаю, ну у меня до 5 сегодня время есть, так что, блядь, головы хватает нам. А потом на попойку пойду. Короче, сценарий, забирай эти, блядь, мобов, типа, мили зону, я буду РД зону забирать. Там, блядь, ну одно и то же, танчик, нахуя.
На фулл на станцию кто два или там кто-то. Каждый по метке приятно. А что ты хочешь кое-что в конце сделать, Аш? Жень. На фул на сэндвиче задавите там и просите его не проебите. Пойду квест возьми в пуле, раз я беру четыре. А какой квест? На великана. А он в начале, он же там сверху. Да, может, да, да. Взять. У нас пол рейда ушли, да? Ой, ты проел ты изначально был. Все, кто побежал сейчас за квестом, нахуй. Я там все. Так, я скинул. Там порт есть. Да. Ну похуй, не похуй, хорошо, иди по 5-6к. Что там еще мне должны были дать первого, что упало там, ботинки, кольцо, что-то. И деска, зап, кольцо. Короче, тебе кинжал от Сэнджиган дать. Да-да-да, у меня кинжал остался серебра. Я сковор побежал. Все остальное у тебя валяется. Там было ешка кольцо, деска, ступни и кинжал, и все. И осколок. Оставлю рыбу. Политерина. Заднего моба, короче, у нас это поводит, давай, не знаю. Пока ты поводишь. Заднего моба. Вместе с жеником на пару. Ну, рипните. Я танчу справа, ты слева. Ты ебашит по трэшу, короче, и все. Первая группа лево, вторая право, третья там пополам делитесь, куда побежите вообще, пипец. Томас. Женек, будем справа с тобой стоять. А где рыба-то? Я не вижу. Я тоже рыбу не вижу. А, вот она под оружием лежит. Вот она, блядь. Женек, ты первый будешь грипать или я буду грипать? Просто дать на банку. Угу. Короче, Женек, я буду первым гриппать и грипп его сразу вправо. Бля, можно будет слетать за хаспотами перед орком? Хочу померить. Полно. Дайте кулак по ДК. Бафайте, ну типа, кто ответственный за кулаки, короче, у нас? Ретрик. А все есть, блядь, не тут, пожалуйста. Блядь, ну ладно, Санджикс. А ты сказал, вроде, ты справа, если... Ой, да, похуй уже ты. Ориентируешься. Так, блядь, все грибнули нахуй его, блядь. Лужа, смотрите, аккуратно. Контроль числа. Ну просил, медведь, алло. Тебя пробило на 90% за полсекунды. Я не знаю. Контроль сейчас будет. Отдайте контроль. За фильки справа числа. Забафуйте, блядь, круида. Еще эту проклятие диспельси, пожалуйста. Лужа миллизона там. Ну утаньте левый урон, пожалуйста, блядь. Выходите сразу, не напрягайте село в лишний раз, блядь. То, блядь, видите, все это село, блядь, бинтами хилить будете. 10 секунд.
Ой, бля, раньше контроль все вместе, короче. Ты не буду люто тупить, очень плохо, а так что не обессудьте. Больше обычного. Ты не в силах противиться моей воле! Женек, ты репишься по калам, типа непонятно? А ну еще обновите контроль, блядь. Да я не знаю, где Женек пропал, ебать. Зачем? Это, снимите в те нахуй и защиту темной магии, пожалуйста, прям сейчас. Ну, ДБМ должен снимать у всех, если он стоит. Не снимает он. На меня точно не снимает. Мне, кстати, объявление ДБМа вылезло, то, что пушки теперь он не снимает. Вроде. В общем, снимите защиту, типа, я 4 смерча кинул, только один прошел, это пиздец. Вот, вам озвучили. Снимите защиту, блядь, лапу снимите. Трусы. Снимите. Контроль сейчас будет, и тоже будет все вместе. 5 часа на эти контроль-то. Да, блин, ебал 3 коста, пока он будет. Или 2. Первый держи. Контроль сейчас будет. Пока за контрольте. Хорошо, ладно, я пока еще первый выпадал. Не там. Декс. Да не пьет. Ну да. Где рун сплать? Там духи, блядь, ебашат, смотрите внимательно. Там вертикальный миллион дух, и всё там интересно. Чтобы они гнались за контроль, да, тем вихря, они не уедешь в миллионе. Миллион, смотрите, не уедешь, не добейте ровно. Spirits. Spirits. Лук, миллиона, лука, контроль. Да. Бам, просто и все. Духи, смотрите. Тут не стыдно, не убейте миллиона. Ну чё, ДК, на кого говорить-то? Сейчас. Бам, бам, блядь, добейте боссы, боже, калите, ёб твою мать, нахуй, вы чё делаете? Позорники. Я пиздец. Меня убил МДК. Чё, блядь? Ну, нет, смотрю. МДК нажимаю отомстить, покажу тебя всё равно. Тебя убил слияние сквер над Эксионом, блядь. Неа. Оверкилл. Не убил ты. Идите, быстрее, ТП-шки, пожалуйста, блядь. Что, квест сразу делали потом? Скрин в ДС, Жень, в детейлсе. А не у нас, или хуйня. Короче, я не знаю, все, ебашим трашим. Куда ты поехала? Кто это, блядь? Ты что там, ёбнулся, чё, чё нахуй? Заликов переиграл.
пока вы не прибыли, силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Мы будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя, занять позицию! Если мой ник найдешь, скажешь. Короче, берите это. Ранцы, пьянцы, дрочи, динамцы. Вот едьте на своих чашках, блядь. Занимитесь с этим, блядь, кто там уже занимается. Сенджикс, раньше там... А что, можно кулак по ДК дать? Уже я хуй знаю, минут 10 писал. Афиса, что там по кулакам по ДК? Лианте, сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарадар. Кортром, слетаем. А дайте рибав по друиду. Я не слышал, Санджикс на корабле, да? Ну, на том. Ну, прыгай туда, да. Только прыгай, когда маг появится, что меньше стак он собирал. Я фулл стою, да? Да. Ну, если увидишь, что не сможешь простоять, так скажи, что ты прям добрался. Ну, в прошлый раз стоял вроде. Ну, молодец, ты уже. А. Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Там магнитов нет, его нет? Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! 3, 2, 1 Давай не буду один на нашем корабле разъебет, просто кис, иди сюда, тут крылья сдай нахуй. Огонь! Ебанитый свет. Оружейники! Огонь! Оружейники! Огонь! Санджик, ты стакаешь оружие? Понял. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти портирщики! Пехота! Сержанты! Опять впереди, если дурачком выстрел.
Там трэш опять до хера, ребят. А это еще кого-нибудь, одного ДДшника тоже сюда, блядь, пытается. Дайте я туда пойду, а то, блядь, я здесь аж колдануть не могу. Там есть женек, типа женька туда. Кто там еще уешь? Да, ну того мобу убейте, я вот этого. Куда все, блядь? Ты тут, блядь, медведя на мясо не порезали нахуй. Медведи невкусные. Нихуя себе невкусные. Гурман, блядь. Я бы Андрея съел, да. Это подкат, блядь. Жанни, ты медведя ел, да, или кто? Я ел медведя, я все ел. Что, не вкусный медведя, да? Ну, вонючий. У него мясо очень жирное и вонючее, да. Так, я его. Я даже ел блюдо, мне это лапа. Плывите обратно, плывите обратно, обратно, плывите, короче. Блять, короче, это. Ну я качиваю, хз, я его качиваю, идите бейте. Где Мурадин? Дай Мурадину, блядь. А, ты прыгаешь? Ну да, да, я только. Убейте магу, убейте магу, пока там качешь, там прыгает. Убейте магу. Магу убили там, да? И прыгайте обратно. 200 тысяч. Прыгайте обратно. Санжи, я тебе говорил, блядь, не выживешь, скажи. Да я выживал, но он по 50 не бил. Что-то не пошло. А кто может показать, ребят, пожалуйста, урон с пушек? Ну, чисто с пушек урон, просто я не умею. А, 2 КДПС у тебя. Я чисто проебал. Тебе это интересно. Смотри. Тогда тебе фартнуло, что я, блядь, перегрев сделал случайно один раз. Да. Так рыбу ставлю, запускаю босса. Признай. Признай свое поражение. Ебан, рыбу, а дай крест. Да, блядь, тут фласок нет уже. Давай, Сасун, пропала. А где рыба, я не вижу. Может, глаза не вижу. Она не ставится, не знаю. Я поставил, Влад, поставил. Короче, Андрюха, монету себе забрал, тут у тебя она есть, блядь. Ой, давай тоже в ШП. Может, не надо? Надо, пизду, вы что, гоните, что ли? А можно это, парни, присумоните, пожалуйста, я шкаф поставлю, я за припотами слетаю. Пожалуйста, очень там быстро. Там мини-сопрос. Ну, у тебя минута на все это есть. А да я успею, я думаю. Выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Лечу, очень быстро. Давай, телом, быстрей. Да пиздец, лечу нахуй, блядь. Чего, дайте сумон уже, блядь. Пожалуйста, уже сумон. Дайте инту, дайте каски по другу. Дайте вообще баф. Людям ребафните полностью, пожалуйста. Зачем люди каждый раз... Видите, что люди падали? Все, перед каждым боссом давайте ну, сразу авторебаф всем. Зачем люди каждый раз все простить у вас что-то? Крутой огонек сомните, пожалуйста, ребят, парни. Крутой огонек сомните. И каску по сэнджексу, пожалуйста. Она шаман, ты где там, блядь? Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце. Вообще, ну, не знаю. Все, я на месте. Спасибо. Сейчас, Саня, я с почты еще не забрал. Обмен. Хэзи. Сэнджик, МТ, что второй человек. А можно каску, Сэнджик, пожалуйста? Каску, пожалуйста. Дайте Кира через 5 секунд после пула, не сразу, пожалуйста. Я сейчас заметил, что я без ДБМ играю, надо будет релогнуться на трэше. ДБМ установлю. А пока скажешь. Да. Скажите когда, уже? 1 секунда, вот, пул, нахуй. Можно каску, Сэнджикс, пожалуйста. Можешь, если хочешь. Я подумаю, но да.
тебя дыхать. Что кровавое чудовище хочет меня. Любви. Странно, что не легалайзер. Он покрасивее будет. А я думал, ты профилит. Ну слушай, если тебе любит кровавое чудовище, я тебя сочувствую. Не, ну бля, любви, там все возрасты покорны, да, все были. Любовь зла и так далее. Дайте гимноману, пожалуйста. Дайте каску, пожалуйста. Дай мне диван в руку. Это для какого? Для лишнего мана сливать. Да ебать, у него много хп. Пиздец, это там блять вафу такой вообще. Перестали рекомендовать. Вчера на цирке за минуту упал. Он сейчас на X2 падает в клемки за 20-30 секунд. Ну ты сравнил, конечно, там, блядь, 150к буст, если не 200. Ну нет, перегибай. Да ну спорим, блядь. Если Audi еще играет, то можно зайти посмотреть. Хватит, блядь, пиздец путить, охуеть, конечно. Для нас лучше, что тактика нужна, я не понимаю. Да просто хуже, блядь. Пиздят три человека одновременно, охуенно. Да. Не, мы иди, чуть-чуть ждем. Босс или нет? Короче, Леглас, знал, что в АДК уходить, ебать. А что, не намажу? Да где ты, реально, ебать? Я не намажу. Великий, ну, блядь, кони будете по таунчу эти хуйню или, ну, или вам всем на сополку, блядь? Шесть на полах. Да, детей, блядь. Ну и по факту, да, блядь. Шесть на полах, ну. Блядь. Это проблема не имеет. Ребята, сделайте скриншот. Все, 17,9 ДПСа. 13-е место, блядь. Тебя шаман перегнал, охуеть. Рядом с матерью и предками. Смотри, я разгоняюсь. Я могу. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. А мы великана не делали, да? Да, не делали. Что нам на машину покидает? Что случилось? Да его тут нет, зачем он тут? В смысле нет, он с нами же был. Пока шел весь бой. Он сказал на кораблях, если Эксор Фангу не успеет, типа его кикнуть. А, не видел, не видел. Кто-то видел. Молодцы. А великана потом сделаем или как? Да, в конце сам. Давайте Вальку убьем, он сзади летит. Нет. Давайте лучше Таньку убьем. Ах, Вальку просто. Здесь силы, все, ебашим. Где все, блядь, где все остальные? Давай, Андрей, залетай туда нахуй. Так на кого мы сейчас идем? Чумка. Чурку.
А я релогнусь. Крутой огонек. Так, кто-нибудь писать отходил? Я хочу отойти, можно? Слушай, крутой огонек, ты случайно не слушаешь шансон? За мной это будешь. Окей. А я долго буду в этой обезьянке стоять? Ну, то есть здесь пойду. Я не помню, Андрюха, а что у тебя ДПС тебе упало, ебать? Я не знаю, наверное, его простее просто. М? Я, наверное, через проста пошел. Я хоть знаю, что там низко было. Нихуя не услышал. Там что-то было про 5К. Короче, X-Freak, ты тут? Сейчас будем к этому подходить, где кольцо падает. Пойдешь, да, нет? Надо посмотреть, что ты за хрень вообще больше. Где ёбаный Дедли Босмот, блядь? Тёма, может, ты не загрузил настройки целка? Я в аддонах, аддон апдейтер зашёл, нихуя тут нет. Блядь. Если ты не качал через него первую суток, ну, ну, нахуй, ты что-то сразу не будет. Тут боя, да, чё ты будешь, блядь? Дайте ссылку, у кого есть на ДБМ. Сань, скинь ссылку, я быстро скачаю. Андрюх, ты будешь боешку тут забирать, нет? Я забираю. Где, внизу? Или я вот здесь попрошу, чипс иду. Нихуя не понял, что боешка, блядь? А я заберу. Боешка. Хуйня, блядь, иди сыграй, поставься. Где ты, блядь, нашел? Это, уфолок пустишь в чушку? Что? Чушку пустишь? Зачем? Ну, надоело бить, хочется в чушке. А подожди, я ещё, блядь, не... Так ты дамажишь нормально, пойти в чушку, никто не понимает. Ну, не знаю, молоду вспомнить. Как отсюда скачать, Сань? Ебать. Блядь, короче, это... Жмёшь на код и download zip. Стоп, возьми так, поставь свой штаб, сумки Ифрита. Женёк, ты тут, блядь, или нет? Ты нажал камень? Женёк вроде стоит. А, нет. А, да. Ща прожму. Бля, а, через пол, блядь. Исследователи, блядь, а я, блядь. Хорош, Брайан. Всё, скинул сам. Скинул. Ну я по тем, сука, тыкаю, блядь. Ты нормально, Чан? Через 2 VPN накачаю, как ты думаешь? А, понял. Ушли из танки, пожалуйста. Первый центр заштимался, я потом его засуну за... Потом все дроны не забудьте На минутку быстренько отключусь, а. Дима, сейф второй. Вспомните, что у нас сейф ТД был, что нахуй? Все вы свои отдали, свои себе отдали. Бегите. Давайте, лям остался, забежать надо. Хотя мы тут роды стоит, не можно. У меня 153 листы похуй типа. Сразу резать и павших, кто не побежал, кто блять паричь.
Крафт сразу поставь, пожалуйста. Крафт их не держали. Смотрите сразу АТК и этого. А это срыв выключить. Короче, там пока за меня взяли, да, я так понял, я пока лохну, чтобы фласка не типала, да? Да, как видите, надо босса только скажи, пожалуйста. Ну, перчатки нужны, хаст, крит со следующего босса кому-нибудь, ретрик. Я в душу не ебу, блядь, какой это босс? Гнилой. Не все, окей. Все, давай, спускаем следующую собаку. Кстати, пожалуйста, тоже кучнее, чтобы блядь, быстрее растрахировали. Там мобы могут идем налево сразу, налево идем, налево. Там надо кольцо, парни. Так, я тут, если что, Андрюх, я вернулся. Это крутой огонек. На рольте кому надо. Один равно 101, Саш. Давайте хэмовские также. Обмен, давай сразу. И второй рольте кому надо. Потому что ни нахуй никому зайпы не нужны. Ну, Саня сказал их ролик, мне все равно, типа, еще не буду. Нет, это справедливо, потому что они из 10 хэма падают. Ну, типа, совсем идут. Рыбу поставил, хавайте, короче, МТ, что ты Сэнджик, все подбоссы, отдаем массейв, расходим, собираем ренджеру и все, и башню делаем. Вот это тактика. Так четко и понятно. Да. Все под босса? Тогда тоже что ли? Парни. Все под босса. Окей. Пристабав по рейду давайте, пожалуйста. Кто двигает бэм пул? Напоминаю, Стрэнджик Сантеш, у него на пул. А ты подходите во время спорта под босса, пока можете дамажить. Блять, здесь баны сами на долгие отпишу лагают, сука. Что, на плюс один вот этот? Там у кого мастера урны тьму, нажмите тоже во время взрыва спор. Все, под босса сошлись, короче, под поры, максимально близко босса. В босса зайди, пожалуйста. В босса зайди, хант, в босса, блять. В босса. Спасибо. Массивы отдали. Разбегите. Сэнджик можешь делать как он. Попробуй, раздешните, все. Стали по местам. Дали геру. Ну, давай, я скажу так. Я тебя прошу делать, ты там, блядь, ну, не тяни до последней секунды. Я не буду орать, вот и все. Я же свои мысли читать не умею. Может, ты там затупил, блядь. Ты же в бой не скажешь, я все шарю, я сейчас на последней секунде запрыгну. Ты
Не, знаешь, мне иногда что, короче, вот прикалывают. Люди говорят, не ори, блядь. Вы вот реально слышали, как орут люди, вот, в рейде второго, пиздец. В рейде они. Это люди и трэш бывают. Так ты лапочка, ты не кричишь. Так я ж не кричал, я сказал, блядь, это, ну, громко, блядь, пожалуйста, зайди в рейд, и всё. Без мата даже. Вы точечно, если вы, да? Добивайте босса. Я никому пати ничего не кидал, ты о чем? Я думал, ты с концами ушел. Так буду начислять, я позову всех. Ну, какая разница. Задёшь, убили тухо. Почти. Вон, забиваем тухо. Ага. И собака там еще. Нет, собаки нет. О, заплевали. Кому кровь? О, так руки тут упали, блядь. Ну, ты чё? Заняло вас, тухло не падает. Тухло? Ну вот, руки упали. Ладно. Да. Ну ладно. Андрюха, кинь кровь, на рол качков, блядь. Так ты кинь на рол, что ты в чат не можешь перепутал. Ну ладно. Ну нет, смотрите, ребята, вы если там что-то хочешь мутить, так вы заранее посмотрите лут, все остальное. Я не буду за это вас делать. Ну, за вас. Да ладно, не беда. Кому надо, роль-то и кровь, кому надо. Ну тогда мне только Валька будет нужна, следующий или еще что. Румейду и тебе Валька нужна, если я запомню. Да, мне Валька и лично. Короче, Альфлэш, блядь, отдай ему, никто не ролит, блядь. Ну да, давай, конечно. Сразу шкаф поставьте тут, пожалуйста, сейчас снимаем, сразу будет не ждать. А пока кто-то легалайся со мной, который... Я не могу тебе отдать, Пау, у тебя, значит, квеста нету. Ну, значит, босс оставь, да и все. Как скажешь, молодой. Ладно, я тогда тут дома стрим включу и подойду к Вальке. Добро. Угу. Нажмите на портал, суммоните. Короче, это я босса танчу, сами тут споводишь эти дурачков. Рыба на вертеле. Кому рыбу надо хавать, чек на пол. Квест на, блядь, великана. О, я легалайзер передамажил. Надоед забьем пул. Ну, Женек, я ну, заберу. Это ж там пиздец. Минус 250 здравствуйте. Короче, это РДшники, те, кто там шарит, и силы в босса станьте, чтоб вас там не ничего не трогали. Там ты по бокам, соответственно. Не диспейлите слизней, пожалуйста, Рока. Сэнджик, можешь. А там трубу покрутили бы, я забыл еще. Да, вы не крутили бы. Вот, Андрюха, ты там либо приболел, либо у тебя перс что-то сломался, или ты вообще нахуй. Еле-еле в толку вырываешься. Раньше что-то постоянно тут висело, сейчас хуй увидишь. Да я не знаю, ничего не менял. Хуй сам. Ничего не делал.
Ну ты палку одел другую, ну в этом фишка. Там она лучшая, наверное, блядь. Да там, блядь, помпалка нахуй мини-шеемка, блядь. Я просто в неспект был, но из проста, может из-за этого. Вот когда у тебя раньше были щечки, ты дамажил, сейчас тогда сдулся. Дай два бара. Экс два. Дайте фригом по Сенджиксу, пожалуйста, я ничего там не скидывал. Ты желательно таунтом, не гриб, гриб обратно надо возвращать надо. Да я таунт кинул, ну похуй. Два шага сделал, да. Перебоксил там шаг тут. Два шага слизень сделал. По следующего большого не забирай нахуй просто, я потом. Нахуй резерв. Сейчас ты крейзер. Ходят легенды, сейчас будет травма. Хуй. Ну, легенды врут, ладно. Либо так. Где, блядь, мои осколки, сука? Ну, так, потом лутер у тебя, понимаешь? Когда лутер не у тебя, есть осколки. Сколько тебе осталось, Ярик? 8. А, ну, через месяц 30 уже. А, не крутанули все-таки, да? Короче, кто кайф выйдет, я быстро релодну. Вон, выключу огонь из камеры. Женек, я сегодня буду на АДК ролить, ебать. Что там за лейдер у вас его там? Загрузится. Ой, блядь. Так же лейдики, блядь. Половина тут, половина там. Так, надо, короче, да, чуть-чуть это людей по... Ракота, ты тут в Дискорде? Ракота, хан. Лё, ты кнопки жмёшь, ДПС, есть у там хотя бы 10 тысяч плюс? Надеюсь, это не бурста 10 там, короче. Это у меня бурста 10 тысяч. Иксфри, ты жми камень. Передай им портал, я не знаю. Симоните фантастику. Хорошо это. Вот так ты, блядь. Хуяк ты. Оп. Оп. Оп.
Оп, нанял. Короче, напоминаю, милики, вы отлетаете в квадрат, потом в луну, запомнили, да? Перестали бить моба в горизонте, зоны это трусы, блять, кто не знает, запомнили. И, где ромбик, там будут сбрасываться колбы, запомнили. Все. В лужах не стоит, и пельмени не улетают. Рыбу ставлю. Это уголок, там кому-то слот нужен, могу ему уступить. А? Там кому-то слот нужен на проходку, могу уступить. Блядь, мне надо, чтобы люди заебали своими проходками, ёк ты мать. Короче, блядь. Ну кто еще с Миликов может уступить? Мне не надо это... Давай, Сэнджик, давай, иди там есть. Я... Вот там... давай, Брайан, у тебя же проходка есть, правильно? Ну все, жми камень, давай, сволочь, где твой этот паладин? Или он сейчас будет в игру заходить полдня, нахуй? А у меня таких предметов очень. Да я уже понял, я уже вижу. Кому отдать кинжал? Уфолок не может. Блять, ребята, ну давайте быстрее. 4 минуты, чё? Где Брайан? Давай обратно, нахуй. 4 минуты. Сумоне Брайана пулим боссом. Не, я тебе все понимаю. Мама выше всего, типа, короче. Всяких игр, все, ну, всякой этой движухи. Но ждать не будет. Короче, медведь танчит с Энджикс в колбе, Давида Бэм Пол, поехали. На холодный медведь. Максимально пробурситесь, босса, пожалуйста. Напоминаем, зеленым, когда зеленый ходит, блядь, в ГДшнике куча не стоит. А ГД служу сразу выходить. Хорошо. Зеленым пошли миллизоном. По пути ебашки босса. Сразу ебало бейте. Куда ваша жопа, жопа смотрит, туда вы отлетаете, соответственно, милик. Блядь. Не плюнул в моба? Бля. Пиздец. Мобу больше ДПС. Числаны, закрой еще пару человек, числаны, быстрее. Вы не должны отлетать в эту сторону, ну, блядь. Мы не закройте челик, закройте быстрее. Без паники, спокойно, все, ебашим. Переводим босса. Быстрее, плоско переводим, сейчас красного не плевал. Лужу допей, пожалуйста. Вот все. Сейчас спокойно, короче, без всякой ебатьни смотрите, будут лететь пельмени, будут колбы, и красным идем через миллизону. Соответственно, этого человека просиливаем. Все. Лучше тоже не кусуйте, если вы лишний раз. Огонька там, видите, короче. Пельмени полетели, красный, смотрите. Колбы сейчас будут. Колбы аккуратно. Добили в боксе раньше. Лужа 2D RTD, смотрите, там не лутает бюро. Пельмени полетели. Уеблан, деблан, колбы сейчас кинем, блядь, пиздец конченый. Ну, знаешь, бейте тут. Милики, смотрите, короче, колбы там стоят. Милик, идите в РД-зону, идите. Пельмени полетели. Ой-ой-ой, это кто там такое сделал? Красавчик просто. Эй, Чеслан из ДБР по ШП. Забафайте сразу шипа. И напомните минус от пола выгребать за полбу. Пельмени полетели.
колбу. Красный перед колбу, СРД сразу включились с ним. Белик и белик босс. Лужи в РДД. Пожалуйста, РДД, не стойте пачкой, ёбаный в рот. Красного милика сирали все. Короче, БР у раздражателя, раздражатель БР и Локсар. Только у тебя БР остался. Забафает раздражатель. Да чего вы, блядь, мрёте? Вы заебали меня, вы что гоните? Вы что колбу не скинули? Зелёно, смотрите, аккуратно. Сойдите, разбейте урон. Пельмени. Короче, больше, ну, типа, смотрите более аккуратно, не умирайте, пожалуйста, блядь. Ну, аж потрясти, блин, охуенно. Ну, ко мне не сбежались просто. Там, где пельмень был? Сейчас будет это красный для толки, колбу скинул. Бейте босса, милики, милики, бейте босса. РДД по красному брать. Пельмени, пельмени. Милики, бейте босса, нольте босса. Стопнули по боссу, стопнули по боссу. Бейте пельмени все. Все бейте. Переводи РДД зоны, короче, босса. Босса переведите нахуй кто-нибудь, похуй кто. Ведем через луну, короче, этот СС, блядь. Короче, это крутой огонек СС на Хису, потом ММБОЙ СС на Сацуна. Первый, блядь, диван берет Хиса. Танчи ты, блядь, смотрите, я же по танке, похуй. Геру? Да, Геру. Ломай ты ему лицо, нахуй. Ладно, этот шансалон, блядь, я хуй, ну как-то неплохо. Третья группа, дай СС по паладину поебать, не менее полетели, зашли. Колбы полетели. Будете СС спаситься или нет? Забери таун, 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 хорошо. Диван, диван, давай по медведю. Диван, ну все, красавчик. Забафать я хищу сложнее. Пельмени, аккуратный. Колбы приготовьтесь. Лужи. Кто, блядь, стоит перед ним, перед нами? Сацуна, каштан, блядь. Заводи. Ну, блядь, не справился. Окей. Забери босса, Кендрик. Сколько у тебя осталось там? Забери босса. Пельмени полетели. Да не забирай больше. Так же будем. Центрится 3, еще на мне 4 может быть. Два я заберу, я про танк. Еще 3 я не беру босса. А 4 стал, кайфуй. У меня таунт КД, да? Я ставлю. Колба. А чего опять умер, короче, этот, шипа? Два раза умер, блядь, или вот. Пельмени. Пельмени. Короче, зрез лесника. Где шипа, блядь? Шипа, шипа. Бля. Нет, не пельмени, зрез лесника и пельмень, да. Колбу упала. Да, она тут нужна. Бля, вы хоть бы подняли бы, съебались такие. Ола. Здорово. Блин. Ты че пришел? Здорово, как ты корова. Попал. Да, да, блядь, мне можешь давать. Там пиздец. Мне больше интересует ответ. Где Андруша? В 12 месте. Блять, вы поднимете или нет? Ёбаные трактористы вы, сука. Нет, давай я подниму. Давай, где ты там лежишь? Да вот я валяюсь. Андруша на 13 месте. Тем более. Почет на 13. Слушай, его уже шаманы угоняют. Фу. Это пати вара мою. Я пойду чинить. Пойди, тише, пожалуйста, с концами. Чего с концами? А, ты с концами уходишь?
Я понял. Андрей, я, наверное, тоже пойду уже. Ну, давай, мне. Саня, ты что пришел? Тебе ж на работу, иди на работу. Так, вот, Саня. А ты как потом ЕП начислишь за эти? Я тебе сейчас ЕП начислю.